В ночь с 19 на 20 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора автозаправочной станции о том, что неизвестный мужчина ранил ее, похитил выручку и скрылся. Полицейские вызвали скорую помощь и незамедлительно выехали на место происшествия. Как выяснилось, злоумышленник подошел к зданию АЗС и обратился к оператору с просьбой о помощи. Он сообщил, что якобы истекает кровью. Женщина открыла дверь, он ворвался в подсобное помещение, нанес ей несколько ударов ножом, после чего забрал деньги в размере 60 тысяч рублей и скрылся. На розыск злоумышленника были ориентированы все наружные полицейские наряды. Вскоре у оперативников появилась информация, что мужчина мог выехать из Курагинского района на такси. Приметы подозреваемого были переданы в отделы полиции близлежащих районов. Спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории Минусинского района. У мужчины были обнаружены похищенные деньги. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы.